вкусное, быстрое печенье с кисловатой начинкой из ревеня внутри и сахарной корочкой сверху – это то, что отлично подойдет к чашечке чая или кофе. Печенье делается довольно быстро. Майонез можно взять как домашний, так и покупной. Сахар лучше брать мелкий, тогда корочка получится более нежной и вкусной. Ревень лучше брать толстый и ровный для вкуса и удобства в приготовлении. Приятного аппетита! Ингредиенты. Взбейте желток с сахаром. Добавьте майонез и снова немного взбейте. Всыпьте муку, разрыхлите или замесите мягкое тесто. Вымойте ревень, обсушите и удалите верхний слой. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Положите на край ревень и обверните его тестом в один оборот. Отрежьте лишнее тесто, края защипните, покатайте немного по столу. Разрежьте на кусочки длиной примерно 5-6 см. Взбейте вилкой белок, опустите кусочки в белок. Обваляйте в сахаре. Уложите на застеленный и смазанный пекарской бумагой противень. Выпекайте при Т равно 200 градусов примерно 15-20 минут. Выньте полностью, остудите и подавайте. Приятного аппетита!